где у нас королева? Иди дрон повешь. Это я? Нет, королева, девочка. Так, а кто король? А, так я король, блин. Да знаете, ты дрон ты повесила. Эй! Опять китайский дрон попал. Если что, мины у тебя дрон разминирует, но здесь походу нету мин. Безопасно от кому? Что ты им по головам не стреляешь? Я? Не, да. Ну, там все взяли. Блин, нам было тоже медика брать. Мы же тут аптечек не найдем, я забыла. Кровь. Свой голос играешь. Зачем ты туда-сюда бегаешь? Лево-право, лево-право, лево-право. Да я, я из других шутеров просто сам, сам с собой разговариваешь. Как... Наоборот, интересно, когда комментируешь. Да, кстати, так гораздо интереснее видео смотреть. Штурмовая винтовка. А, ладно, молодец, дрон, тут мины. Ты отходи. Нафига разве минировал, не знаю только. Вот отходи. А, тут земля не поджигается.
Че, хотел взять пилу? Простите, я бы уступила, если это вовремя. Простите, простите. Топ у меня херачил. Никто по тебе не херачит, а ты за нас получаешь. А. Манделей. Ты ж королева. Да я понял. По привычке. А типа аптечка я смогу себя отхилить или нет? Да, конечно. А, ну все, так. Живем. Но если ты помрешь, то помрем и мы. Это я знаю. О, автоматический пистолет я хочу. Че там сумка есть? Здесь пошуметь можно? Так можно или нет? Нет, конечно. Вот да-то. Слушай его больше, блин. Сразу типа волна-то идет уже. Так она будет сейчас идти постоянно, мы как будем ставить взрывчатку, она будет идти каждый раз. О, ну можно тогда шумное оружие использовать? Говорю, слушай больше. Шипника он тут у нас. Олежа говорит, сходи, говорит, за аптечкой. А, да-да, все иду. Его располосовала. Помнишь, да, по лопасти? Располосовала его. Такой, не понял. И тут же возродился, главное, такой. Ну, зато хп больше. Ой, я не могу, ты же шипничок, да? Я тебе больше никогда в жизни не поверю. А, да, эти миссия, где вниз-то падают, да? Да, да. Я тоже столько там рандомов положила, блин, охренеть. Чего они бегают там? А ты задрал. Не спрятаться. Видишь, почему шумное оружие нельзя использовать? Потому что бегут. Я хочу просто пистолет скачать, чтобы оно было тихим. Так ты скачивай на нервах на пределе. Ну, покачивай на нервах на пределе. Да-да-да.
Нет, не взрывайтесь, блин. А все, последний, да, ставим? Все. Где монстр? Винтовочку возьмите, пожалуйста. Оскар. А меня тоже там на видео будет слышно? Передай привет кому-нибудь. Передай привет доктору Ватсону. Так я не первый раз на видосе стучу. Не поле чудес. Знаю, да. Я так и хотел сказать про поле чудес. Так, поле чудес, передай привет маме, папе. Дали сильнее воронку собрать. Поле чудес-то? Чудес. Подожди, а воронку-то что, на 50 волн, что ли? Или чё? Кто пытался собрать? 20. Джигернау там собирали. Там смотрю, Джигернау то один сидит. Пацана уже нет. Этот ребенок-то который? Школа Ло? Я думаю, запоминаю их, что Саша этот. Я не играл с ним. Чё, начинать бой? У меня тетя Ксюша называет. А не мультиши королева. Фига вот гудят они мне, интересно. А чё, стационарный пулемет что ли? Если бы стреляли? Вау. Он не успел, только опоздал. Всё, всё, надо было раньше. Надо было раньше. Да. Его всё время надо сюда ставить. По серединке мостик. Другое место все не стоит. Мне даже когда два, короче, я один в кармане держу, один себя оставлю. Какие вы грозненькие.
Да нормально он, ничего он не серьезный, у него просто тембр голоса такой, он все время как будто бурчит. А блин, он тоже так же шутит, хохочет, короче. У него там девушка спит, да, и он все время так тихо просто разговаривает, тихонечко и тут. Нормально. Я вообще не знаю, что с ним психовать на него. Ну, если только у тебя не ПМС, и тебя не бросил парень. Так, как вариант. Да. Не, наоборот, парень приехал. Поэтому нужен. Вот, может, поругались. Либо не доругались. Ругались, еще что-нибудь, всякое бывает. Почему? Он приехал, она из игры вышла. Как они могли поругаться? А-а-а. Приехала, и она сразу убежала. Может, да, может, нервничала еще что-нибудь. Забесит, как человек. Забесит. Си. Тебя? Ее. А ее? Эй!